Немецкий, испанский, английский, французский. Динамики, наушники. Включить защищенную автомобильную музыку. Отключить запрещенную автомобильную. Отключить, да. Всем привет, всем добро пожаловать на канал Welcome Hell. И я вернулся. И начнем с контрола. Наконец-то я начал играть в контрол. Отключить защищенную, я не знаю, что это. Управление, игровой процессор. Ну, то есть, типа, подожди, а тут лучше чем играть-то? Новая игра, яркость. Давайте где-нибудь вот здесь вот. Русский язык текста. Английский. Субтитры. Я хз не знаю. Используйте shift, рывок. Блин, надо было поменьше поставить, нам было у нас 50. Я потом вот это наверное, запись, короче, кинул на YouTube. Если у меня получится, если помню, еще вспомню как. Если еще вспомню, как это делается. Блять, я так подумал, мне вот... Сука, я 18 дней был, короче, в Крыму. Я был 18 дней в Крыму. Это будет несколько необычно. И, ну что ж. Ты позвала меня, и вот я здесь. Во-первых, я парень, ну окей, ладно, я девушка. Предположим. Я знаю, что иногда отрубала себя. Я всегда рада тебя слышать. Просто я снова начинаю надеяться. Сколько раз надежда разбивалась. Если читать. Мы как будто живем в комнате, где на стене висит плакат. И мы палимся на это и думаем, что весь мир это и есть комната и плакат. Джесси. Говорю, зовут Джесси. На плакате что-то симпатичный пейзаж или может известный артист. На самом деле, как в фильме про тюрьму, как он же он назывался? Комната это тюремная. Картина каждый из нас видит по-своему. Картина может быть разная, но все мы к ней прикованы. Это вот он. Ну это все. Но все неправда. Это все всего лишь ширма. Они все умрут. Мы прямо самим себе. Вот это не весь мир. Наш мир намного больше и удивительнее. Блин, ну она чего прикольно. Плакаты на стене лишь скрывают проход, ведущий в реальный мир. Комся, мы в безопасности. But sometimes, но иногда нечто выполняет из плаката. Out from behind the poster. And the ones that see it happen, forget. Кто становится свидетелем, он пытается забыть обо всем. А, так, надо собрать. I'm here. Я здесь. Why did you bring Что me дальше? Here? Ну пошли дальше. Что дальше-то? Я-то откуда знаю, чувак? Ебать. Эй! Есть кто? Here? Есть кто тут? Да пофиг. F. Например, запрещенных предметов. Окей, нажмите. О, чьи такое? Форма оружия. Моды. Моды на оружие. Активы. Что это такое? У вас нет уровня доступа. Материалы, память дома. Вот, наверное. Загружено. Что это такое? Миссия. У вас нет контромер. Совет, у вас нет миссии. У вас нет.
ФБР. Напоминание о запрещенных предметах. А ряд предметов, запрещенного на территории бюро. Недавно инциденты сделали необходимо вновь напомнить о запрещенных материалах. Не санкционировать оружие, пейджеры, продать компьютер, умные часы, умные телефоны, умные игровые устройства, все другое умное. Карандаш номер два. Любые предметы считают культурным представлением архетипической конспекции. Например, резин утка или бутылка. Давайте посмотрим хотя бы, что делать-то. Вау. Передо мной дверь открывается, прикольно. Да я просто маг. Это печать я видел давно-давно. Я все еще вижу ее во снах своих. А что если это сон? Это игра! Короче, тут я не помню, какая часть, кажется, это. Не помню, какая часть. Но будет эта девка встретиться с Аланом Уэйком! С моим любимым персонажем. Открыть. Подробно персон-наблюдатель, наблюдение, центр хранения и обработки данных, строительство, мелкие, а офисные техники, бухгалтерское отдел ФБК. А тут я не могу ничего потрогать. Тут что? Фонарь хотя бы. Используй шифт для бега. Да не, посмотри. Хейт Офилис, доктор Каспер Дерлинг. Это ворк. Я вообще подумал, то, что ты я. Вот он. Захар Тренч. Наверное, так. Так, давайте сначала сюда сходим. Федеральное бюро. Я искал столько лет, а после времени скрывались прям перед моим носом. А чё, я не могу пройти? Вот сика. А, это стекло, блять, потому что я думаю, это дверь. Стекло. Борщик, ты тут не убрал. Ну чё так? Нифига себе. Мать, ты-то пос... Блин, не так много. Система безопасности. Акула и его безопасность. Также разрешение для следователя установлен протокол огонь на поражение. Кого-то они хотели убить, наверное. Тут могу себе... Так, мать... Джесси, успокойся. Мы пока осматриваемся. Мы даже не знаем... Я даже не знаю, куда я попал. Как вам уже известно, отчеты R4 следует сдать до конца недели. Мы все еще ожидаем их от некоторых сотрудников. Если вам потребуется отсрочка, попросите своего руководителя предоставить вам бланк R4. Если вы считаете, что освобожден от заполнения R4, вам потребуется получить письменное разрешение от начальника вашего отдела. Помните, отчеты R4 являются обязательными в соответствии с разделом 75.2 руководства для сотрудников. Если для вашего отчета R4 потребуется межведомственные претензии, при необходимости свяжитесь с соответствующим главой отдела, доктором Дарлингом и мисс Маршалл, гендиректором Сальвадором или гендиректором Кир Клунд. В четверг они будут заняты ежегодным пересмотром политики, поэтому составьте свой график с учетом его. Нарушение положения административная команда.
Так, мне это уже не нравится. Hello? Эй! Эй! Его нет. А может есть. Да есть. Hey, эй! Me. Прошу прощения! There you are. Ах, here вот ты где. У меня есть для тебя работа. Janitor's assistant. Помощница уборщика. У нас сначала интервью. Go that way to the иди elevator. Вон туда, к лифту. Thanks. Спасибо. Elevator that way. Лифт вон туда. Got it. Понятно, очень хорошо. I'm Ahti. Я Ahti, уборщик. You'll work for me. Ты будешь работать can на меня. Скажи, что я для тебя. Если они помогут тебе, короче, на немецком. Теперь работал для топора. Отнести его за Ямалу. What? I've done enough. Я достаточно помогал в одиночной смене, чтобы понять, каким Ahti, the janitor, is a friendly face in my book. Так, так. Так. Чего? Я не хуй! Я не хрена! Я не хуя, не понял? Если честно. Но я знаю, о чем ты думаешь. Если есть страшный убийца с топором, то это точно он. Продвигайся вглубь бюро. Может это, а может не надо. Может не надо! Ну ладно. Продвигайся вглубь бюро. А вот идите вы. Так, стоп. Это, блядь, я знаю, что это. Смотрите. Я знаю, что это. Это, короче, это петля времени. Ну, петля... Это петля. Блин, потому что ты выходил, то что... А, не, а? Показалось. Я... Может, я по лестнице пойду? Я же сказал, я вернулся, но... Это петля времени. The cell. Камера и плакат. I was 11 years old the first time. Мне было 11, когда я впервые заглянул. Мне сказали, что я все придумала. I've been trying to pull it down. И с тех пор я все время пытался его снять. Will you help? Поможешь мне? Конечно. Помогу. Эта игра только начало. Джулия Вэлли. Извините, я потом перекинул на YouTube. Извините, но я не могу, потому что это игра. Это игра места. Я не могу все это пропустить. Не, ну как фильм, блять, мне кажется, он был бы охеренским. Вот как фильм. Иногда игру лучше фильма, вот реально. Бля, ну пока, вот смотри, вот такое качество вот у фильма может быть. Да, если смотреть в 4К, Control. Да, если смотреть фильм в 4К, к примеру, Control. Мне показалось, что я потерял. You know what's on my mind. Знаешь, о ком я все время думаю. О моем братике. Так, сын. Погоди, мать! Я пойду куплю, сейчас приду. Блин, ну игрушка классная. И тут прикол в том, она ломает 4-ю систему. Уже, блять, она что, Дэдпул? Или кто он там? Она ломает 4-ю стену. Охуеть, 9 FPS-а! 9! Я ломаю четвертую стену. Ты знаешь, не бывает, да?
Контрол. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут... Ой, простите. Федеральное бюро контроля. Напоминаю, подготовка публичных материалов. При осознании любых уведомлений о смерти, связанных с IMC, принадлежащих следующей рекомендации, используя слова, фраза «на службе БИГО» и «он остановился на жилье». Значит, понятно. Федеральное бюро контроля. Барбара, не беспокой меня, отмени все мои встречи до конца недели. Я не могу им доверять, Барбара, никому из них. Тренч. А, эти слышали, что мы в офисе директ. Он застрелил себя. Наверное. Черт. Черт. You want me to pick it up? Это что, блин? Оружие really? Убийства? Чего? Нет, погоди, мать. Погоди, почему? Проверка. Ну, еще везло три пирамиды, другое. Только директор может пользоваться предметом. Пистолет или меч специально не заполнен. Ваша заявка будет там и в рот, а вот и плакат. Приметы силы могут быть причиной или следствия AMC из-за силы мировых событий, вторжения в нашу реальность. Табельное оружие прекрасно определяет приметы силы, потому что они неотъемлемы часть бюро. Моя здоровье появилось, прикольно. Блять, это игра на что-то похоже, кстати. Жвачка. И все ничего не из перечисленного. Это концентрация той игры, которую мы видим в твоем сознании. Ну как стримы. Че, блять, я не понимаю, мне че читать-то? В рукопашный бой. В? Ёб твою мать. The same gun. Тот же пистолет. Управляй оружием дома. Новый директор. Окей. Так. I have a gun. Огонь стабильного оружия. Блин, ну перезарядка. Пока табельное оружие не используется, боеприпасы восстановится.
Куда? Используем кабель, наверное. Это... Пошел вон от меня. Эй, твою мать. Это здоровье? Даже стоп, это... Да, это здоровье. Вы владелец оружием вами. Мы владелец оружием. Совет назначает вас. Поздравляю, директор! Новый директор! Новый... Что-то приближается. Угроза? Нападение? Директор должен спасти бюро. Вы слышите это? Это тот мертвец. Когда пирамида заговорила со мной. Пистолет живой. Знаешь, я знаю, что пришла сюда. Серьезно? Таратор сюда пришла? Управление центральным. Things have quieted down outside. Похоже на оружие. Is it safe to go? Надеюсь. Пора валить от... Оу, щит. Блин, я хотел чем-то одеть на тебя. Да, мы говорим куртку прикольную. Ну, это тоже прикольная куртка. Что это такое? Это нельзя допустить. Слушай, это нельзя допустить. Слушай, это нельзя допустить. Ненависть, это нельзя допустить. Изменя, это нельзя допустить. Что? Это нельзя допустить. Это нельзя допустить. Это нельзя допустить. Ясно. Тебе удалось. Ты спасибо. Это было... Чудовищно. Дела. Процедура хранения. Специальные процедуры не требуются. Описание. Чего? Форма предмета изменчива. Когда предмет привязан, он позволяет привязку к данному объекту должны осуществлять лишь лица. Предыдущего должного предмета определяет является... Определяет, является ли в случае отказа президент уничтожения процесса диктуется, но критически неизвестно. Плен был обнаружен в старейшем доме в комнате, где сейчас располагается кабинет директора. Популярность гипотеза множества форм за всю историю. Миллинир Экскалибур. Вернул старые все оружие, которые были у своих владельцев, если предметом силы определяет собой взаимодействие сил, основанных на коллективном подсознательном, это может быть первоначальным проявлением того события. Если это так, то да, что-то сделать для получения это очень сложно. Фотография. Это то, что нам... Objects. А, да, это мы тоже смотрели, всё.
управление центральным. Чего? Засекреченная линия. Ориентирую. Добраться до телефона. Ладно. Ладно, ладненько. Блин, что вообще за пиздец происходит? Вот реально, Пистолет. Ага, то есть пока ничего нет у меня. Ладно, куда идти-то? Блять, реально, куда идти? Это лабиринт. Все пиздец. Так. Reminder. If you experience an unanticipated building shift, follow the steps. Да, это лабиринт. Search the room for any altered items or objects. Управление центром. Carry the altered item or object in the power to the nearest. Погоди, стоп. Параметры. Может, я же отключил, типа. Я даже знаю, что это. Посмотрим. Потом посмотрим. Давайте осмотримся хотя бы сначала. Просто, блядь, осмотримся, потому что это просто пиздец. Ряду предметов запрещено на территории бюро. Пункт повестка дня для следующего совещания руководства, повышенное расходное реагирование на AMC. Но все мероприятия по ликвидации плесени. Ежегодно предусмотрено вкладывание необходимо найти и утвердить новый поставщик фильтр для кофе. Разделение с отелем. Не, центральный отдел. Погоди, центральный. Окей, ладно. Коллекционные предметы. С прибытием в старший дом Джесси Фейден. Прибыл в старшем доме штаб-квартиры Федерального бюро контроля, чтобы найти ответ на загадки своего детства. Следует... А вот эти... Чё?
центральный отдел. Опять это чипение, которое уже пытался. Их проникает в каждую щель здесь. Ис, это твои враги? Ладно, теперь это наши враги. А, блин, не так вот. Like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Исследуем пару естественных тем городских легенд. Как я полагаю, городские легенды влияют на создание изменений материала, но также способны диктовать характеристики альтернативного мирового события. Городские легенды рассматриваются в качестве современной эволюции архетипов Юнга. Блин, ну короче, я не хочу все это читать. Может как-нибудь потом, может нет. Ёб твою мать. Блять. Ну, давай. Ты, блять. Блин! А, первая смерть, кстати. Блять, первая смерть. Фак. Да ух, очень много. Их очень много. Так, то есть, типа сохранить. Окей, ладно, хорошо. Hissing sound that tried to invade me earlier. Hiss, burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Блядь. Ну почти. Фак, ну почти! Блин, ну почти взвалил, у него чуть-чуть стало здоровье. Чуть-чуть. Ну чуть-чуть. У него чуть-чуть стало здоровье. Вторая смерть. Уже две смерти. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss, burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Ай, ёп! Ну давай! Блять. Ай, блядь, беги.
Блин, ну давай, поднимайся. Эй-яй-яй-яй-яй. Блять, ну сука. Третья смерть. Фак, ну это просто пипец. Блин, ну эта игрушка, она сложная, потому что это реально для меня это очень сложно. Что-то как-то дохера, ну дохера. Я думал, один будет противник. Оно будет один противник. Блин, мне бы зараз был давай. It's our enemy. Блять, ну... Блять. Фу, четвертая. Блять, пойду покурю. Сейчас покурю, соберусь. И убью их всех. Я директор. Я новый директор. Ай. Ай. Ай, ай, ай. Я новый директор. Опять спасает, опять Мне бы здоровье бы побольше бы. Будет все окей. Мне бы... Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. Ай, еб твою мать, ты пиздец.
Ай-яй-яй-яй-яй. Да ёб твою мать! Сука, хули вот, блять, хули. Какой мне интересно, извините, а какой у меня уровень? Блять, какой у меня уровень? Это очень сложно, это реально очень сложно. Какой, блядь, извините, а какой у меня уровень? Ты говорю, прицел, три грюки, мышь по вертикали. Интерфейс. Фон субтитров. Xbox PC. Игровой процессор. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our. Ну давай, блять, быстрее ты. Твою мать. Блять! Вы сука, ух, сука. Быстрее, быстрее, быстрее. Я должен найти враг. Заражение. Нерестрация. Блять, это точно. Пять раз. Очистить точку контроля. Обалдеть! У меня получилось, у нас получилось. Взаимодействие с очищенными ключками. Вы меня слышите? Вы еще здесь? Я даже передать не могу, как я рад поговорить с кем-то адекватным. Взаимно. Я Поуп. Эмили Поуп, помощник доктора. Моя очередь. Солгать ей. Джесси Фейден. Джесси Фейден. I'm just visiting. Просто посетить. I should have lied. Я могу была собрать. Oh, черт. You're the new director. Вы новый директор. Hold on. Подожди. Мы выходим. Вы новый директор! Вы новый директор. 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 Фейден. Call me Джесси. Назовите меня Джесси. Okay. Jesse. Ладно, Джесси. I'm Emily. Я Эмили. Look, somehow, каким-то образом это вроде сила эти... Иссы? Да, неплохо звучит. Каким-то образом иссы проникли в здание. Да, я раз придумал для них официальное название. Иссы, похоже на звуки ядовитого газа, вырывающего при утечке. Данные полностью. Это зараза распространяется повсюду и поражает каждого, кто имеет рук. Но как ни странно, кроме вас. Вы директор, и это определенно делает вас особенной. Почему Тренч больше не директор? Простите, я слишком много... Эта ситуация для меня чересчур. Trench is dead. Trench мертв. Shot. Ah. I found his body. Я нашел его тело и пистолет. And the gun.
Сказать ей, что это было похоже на самоубийство. Табельное оружие. Это еще хотя я мог показаться странным. Он является мне и говорит разные вещи. Saying things. It's hard to make out. Я трудно понял, он сказал мне очистить точку контроля. Push the hiss out. Отнести иссов, а потом вся комната перевернулась. You did that? Вы сделали это? Вошли, вы залезли в здание, а в котором вы так разговаривали, еще до того, как стали директором? Но как? I'm not ready to tell her я пока не рассказал ей про тебя. Меня впустили. Здорово. Блин, да это просто невероятно. Это... Я впустил упор. Джесси, у меня миллион вопросов к вам. А у вас, наверное, еще больше. Что-то вроде вы знаете моего брата? Пока нет. But there's something I need to ну, есть кое-что, о чем я хотел вам попросить. Если вы очистите, ты же говоришь, что я вам могу удается зараженных. Если это возможно, наши шансы на чистоту растут. Эмили Поп. Мы не знаем, но она уже мне нравится. Она прямая противоположность безликому бюро, которого я виню за... But I can't trust her yet. Ну я пока не могу ей доверять, ведь она часть бюро. Yes. Да. I can try. Полагаюсь. Я вот тут выбор. Я имею в виду тебя, конечно. We can try it together. Мы попытаемся вместе. Она не ко мне обращается. Okay. Так, ладно. You with me? Ты поможешь? We did it before. Нам уже приходится изгнать иссов. А, погоди, стоп. А, давайте в настройки зайду. Управление, наверное, интерфейс, предел панели изображения, верлой миссии, фон субтитров, так, ладно, пошли, а чё, куда дальше-то? Куда дальше-то идти? Центральный отдел. Не-не-не-не-не, стой! Сука, стой! Блять, сука, стой. Точки контроля — это место в старшем доме, которого бюро считает важнейшим узлами. Если бы вокруг точки... контроля установят гармонизатор в порядке, то вокруг точки не будут претерпывать непредсказуемые перемещения. Такие точки контроля обнаруживаются. А, мне типа надо... Точки контроль, короче, ясно. Одежда. Оперативная. Гражданская одежда. Оперативное реагирование. Чего? Серьезно? Быстрое перемещение. Гражданская одежда. Блин, оперативная? Не гражданская, больше. Так, стоп. Одежда. Вот. Все, и что? Дальше ты куда? Но мне эта штука, как я помню, не нужна. Давайте смотримся тогда. Блин, это пипец. Ну не знаю, у меня сама игра не лагает. Прикол в этом. Мне игра сама не лагает.
Мне игра сама не лагает, вот я нормально играю. А как мне вернуть-то их? Как мне вернуть-то их? Как вести себя с одной же печенью вести, бля? Бля, ну... Надо по карте посмотреть, куда дальше-то идти. А сюда теперь? Интересно, у меня ссылка какая-нибудь появится? Конфиденциальный зал. Осколочный. Возмещение боеприпасов. Шанс на боеприпас плюс 8. Пустая ячейка. Возмещение, а это что? Типа мода, центральный отдел. Я хз, на самом деле. Неопределенные показания. Неопределенные показания 6. Я на самом деле, я хз, куда все это ставили. Я даже не знаю, для чего они. Так, послушайте, я знаю, что вы не можете контролировать перемещение зданий, но уборно для руководства отсутствует вот уже несколько недель. Я три года рвал задницу по ислам-базе и заслужил право нормальный нужник на работе. Если не можешь вернуть его, хотя бы узнать, куда он переместился. Ну, типа туалет. Восстановление энергии. Повышение здоровья на плюс ран при падении. А я одна это слышу. Так, резюмастер. Мне просто интересно. Мне просто это интересно. Неопределенное показание.
Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. One, search the room for any altered items or objects in the tower. Two, carry the altered items. Может, к Бэмби подойти? Чьи такое? А, ну уже! Ну уже, давай, давай! Didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. Jesse, я тут. We need to make a plan, Jesse. Нам нужен план. I can't cleanse them. Я не могу очистить. Я видел. It was worth a shot. Спасибо, директор Джесси. Джесси. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. 17 лет назад в моем родном городе случилось происшествие. Бюро было там. Ordinary. 17 years ago. The bureau came in. Агенты бюро пришли и поместили что-то там. С тех пор я ищу это место. That's enough. Пока хватит. Maybe that's too much already. Я и так слишком много рассказал. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of the altered world event case dealing with ordinary. You were at ground zero as a child. It was one of the big ones. Before my time. It was one of the big ones. Before my time. Меня еще здесь не было. And very classified. I can try to do some files for you. Порой boss Casper Darling would know, but Darling. He's пока, missing. Но он пропал. I think he knew this was coming. Но он знал, что происходит. He came up with the HRAs, the natural amplifiers. I think there would save гидрон. Us. A few of us. Еще живы. And Director Trench would know. Trench. The ghost. Призрак или что-то еще. Он понял, значит, вроде телефона прямо связи и сказал, что я должна найти его. Это предмет силы, наподобный вашего пистолета с этого СССР. Это прямая связь директора с советом. Возможно, если вы помните, он сможет говорить с вами. У Тренча огромный опыт. Как может уничтожить? Где же искать телефон? Она находится в отделе связи. Это в нашем секторе. Мы откроем вам дверь. Okay. That's ага. My next stop. Значит, направляемся туда. Это отдел Томаса. Он заведует связи. Не думаю, что у него был это как он все выступил против нашего уровня. Будь поосторожней. They call me the director. Меня зовут. That's not me. Но это не он. Я не директор, не лидер. Why am I here? Зачем я здесь? I think you already know. Думаю, ты уже узнаешь. Yes, I came. Да, я пришла за братом. Но есть и другие причины. I said I was looking for answers. Я сказал, что ищу ответы, но может, я никогда не пойму их. I'm not я не ищу доказательств, так предостаточно. More than enough. No matter what they told me, не важно, что years, мне говорили, а мы теперь я знаю правду. I didn't imagine я this. Ничего не выдумала. I want to be a part я хочу быть world. Частью этого мира. Части этого мира. Меня пугает за черту, что я все-таки нашла его. Only to see the hiss. И чтобы увидеть, как все рушится. Это такой пиздец, даже я не, ой, я не понимаю, что вообще происходит. Даже я не понимаю, что вообще происходит. Это он, это Трэнч звонит.
Тут на самом деле, тут надо читать, на самом деле, вот эти их надо читать. Неизвестное понятие. Для вас это ново, поэтому не стесняйтесь. Только вопросов не бывает. Дверь в отдел на 7 рядом. А если нужно открыть для вас? Не познакомься. Откуда вы покажете камеру в линии телефона? Чего? Куда, блядь, конференц-зал? Сид куда? Сид куда, блядь? Сид куда? Ни хрена непонятно, если честно. Вот сюда, а, спасибо. There it is again. Ну вот, блядь, привез мне сообщение. Память дома. Не вставай! Не вставай! Блять, я пока хз куда идти, вот реально. Почему я личинки не могу брать? Вот. Прибавка урона. Восстановление здоровья. Восстановление здоровья. Прибавка урона. Не дошедшие письма. Механический бот.
Бля, может у нас сохранение вообще есть? Пройти о связи. Just look at it. Только посмотри. Всего 20 сантиметров, а я взял 80 килобайт. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. Блин, это просто... А, дело все. Right. Мы на правильном пути. Подожди ты, мать. Погоди. Так, сюда пришел, ладно. Блин, надо посмотреть сначала по всем этим. А, вот. Трэнч. Приветствую директора Трэнч. Спасибо, что подтвердили мой запрос. Приветствую постоянный читатель литературы, кружок вирусов и лесов. Ага, ну это просто бред. Не лагай, пожалуйста. Не лагай. Ага, это просто такое перемещение. Неопределенный материал. Неопределенный показанный. Восстановление здоровья, вот. An object of power. Блять, ты сила? Looks like the hiss of last time. Блять, найти предмет силы, чтобы очистить его. Ну вы издевайтесь. Нажмите это. Ай.
Блин, ну давай! Давай, блядь, давай, давай, давай! Давай! Дискету ракету можно привязать. Обязан принять телекинез способности. Научит нас верить, директор. It's harder to hear you when я не hear. Когда я здесь тебя слышу, ну, слышно хуже. Like как будто изменили канал. The boards in charge here. Мы все запрещаем. Их пирамиды на логоте по бюро. Но они есть те, кто дергает. То есть они. Я не их директор. Я не чей директор. Нажмите я. А, охереть. Охренеть. Телекинез. Запусти за настройку куб. Ну. Где могут без телекинез все тут пройти? Блин, ну эй. Я не, сука, блядь. Блядь, иди. Давай. Вы должны остановиться за глушением. Ну, а чё? Да я просто... Бля, мне, я говорю, мне проще пистолетом все поубивать. Включаем всех пистолетов. Дискета привязана, доставлена. Дискета привязана, доставлена. И противник ищет наше астральное измерение. Противник делает связи. Ты попадал куда-то напрочь. Я got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. Я хотел. Блять! Ай-ай-ай. Да потому что я не умею управлять телекинезом. Да я не умею. Я не умею управлять телекинезом. Ну не умею я. Я даже не знаю как. Блин, на Е я нажимаю Е, может держать Е или чё, как? Мне, блядь, пистолетом лучше.
Так, стоп. А что, мне туда больше не идти? Походу нет. Ай, еб. Да, мне походу не идти туда. Давайте все равно проверим. А куда, блять, я не знаю, а куда тогда? Да, мне теперь типа туда не идти. Ай! Оу, щит! Оу, щит! Мне туда, походу, не идти. Эмили сказала, что тяжело можно пройти через обработку связи. Блять. Блин, ай. Значит, блин, мне надо понять, как поймем дома. Закрыто. Maybe there's a key nearby. Рядом есть ключ. This must open the door. Ты-то, блин, ты-то кто? They can fly. Победи, дорогой, если с вами познакомиться. Блин, давай, давай. Давай. Блять, давай. Стоп, стоп. Так, стоп.
Ай! Блять! Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. После зала, после обработки. Блин, сейчас теперь смотрим. Где мне уж пистолетом. Посмотрите мне сюда. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. The hotline can't be far now. Сижу прямо сегодня рядом. Где я понимаю, что рядом? Я даже слышу. Эффект метания. За телефоном прямо. За телефоном. The Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. The door. Oh shit. Дверь с черной пирамидой. Я думал, там какой-нибудь невидимый мост или черный мост. Я не думал то, что он. Ну а сколько уже? Полтора часа. Надо, кстати, уже заканчивать и начинать как бы вторую серию. Ну, спасибо то, что типа мне не надо повторять. То есть вот это на самом деле намного лучше. Блять, это вам не Dark Souls игра. Это игра не Dark Souls. Ну, тут я должен был открыть, да. Ну, спасибо хотя то, что ты на этом сыграли. Так, тут тоже. Casino. Dream Logic. На них сновидение. The light switch cord. The door marked with a black pyramid. А что делать-то? Как? Wow. Have you been here before? Мать гостиница. No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country on the road. Я много раз остановился в полевом мотеле. This feels like это место было. All of them, like something recognized from a dream. The key has a black pyramid on it.
Поднять трубку телефона прямо из сюда. Вот дальше я искал черный этот. Телефон прямо своими руками на передаче. Мост. Держи мой мост, используя его для совета и номером звонков. Но я не директор! Блять, завершите испытание. Завершите испытание быстро. Тихо. Позвольте вам связаться. Ай-ай. Так, тихо. Ай, фак. Блин, все заново, что ли? Ну ладно, давайте все заново проходить. Беги, 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 беги. Превосходно соединено. Теперь вы можете связаться. Ай, фак! Блять. А, фак. Ну, ё-моё. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Директор нужен на команда. My management team. Мы управляем. These people know the secret bureau as well as I do. Не хуже меня. Some even better. Некоторые даже лучше. Дарлинг, Томас, Сальвандер, Маршал. Маршал especially. Маршал, моя главная оперативная дело. Они видят меня буквально. Они знают, что я не предполагаю на людей. Единственный, кто может помочь, это вы. But things change when you become director. Все меняется. I have it.
Hotline. I can reach Trench. Listen to him. He feels more like an echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Мне помочь. Блядь. Вора полиция. Вора полиция. Вались отсюда. Ай, назад. Блять. Ай, еб... Ты понимаешь? Да еб... А, фак! Знаете, еще давай все заканчивать, тогда... Ну, час 30, ну, нормально. Я схожу покурю и потом продолжу, то есть. Блин, ну, мне руки деть некуда. Знаешь, стоп. Быстрое перемещение. Сейчас загрузится. Быстрое перемещение. Центральный отдел. Одно оружие. Интересно, сколько вообще всего оружия будет? Ладно, всем спасибо за просмотр.